Очереди в Мособл-ЕИРС уже давно канули в лету, в том числе и благодаря большому количеству способов оплатить услуги ЖКХ. Теперь появилась еще одна возможность значительно сэкономить время – подписаться на получение платежных квитанций в электронном виде. Платежный документ, он как хранится и в личном кабинете Мособл-ЕИРС онлайн, также он поступает электронно с ссылкой на электронную почту. Документ, он заменяет бумажную квитанцию, то есть если вы подписываетесь на электронно-платежный документ, то бумажная квитанция приходить не будет. В принципе, он точно такой же, но в электронном виде. То есть при желании его может распечатать любой человек. Соответственно, и оплатить услугу можно, не выходя из дома, онлайн. Подписаться на получение электронной квитанции несложно. Мобильное приложение Мособл-ЕИРС онлайн на мобильном устройстве выглядит вот так. Переходя в раздел «Платежи», здесь в этом разделе мы можем подписываться на квитанцию. Те, кто подпишется уже сейчас, имеют возможность сэкономить не только время, но и деньги. На сегодняшний день существует акция. Она с июля месяца по 31 декабря действует. Получает клиент, который оплачивает через СБП, получает скидку в 1%. Многие клиенты Мособл-ЕИРС, даже пожилого возраста, которые традиционно консервативны, узнав о нововведении, отмечают его положительные стороны. Бумажку ведь не надо будет никуда ходить и, как говорится, время тратить. А это очень все удобно, сэкономим время наше личное. Подписка на получение электронной квитанции – дело, естественно, добровольное. Если человек не подписывается на электронную рассылку, да, платежного документа, то он будет получать этот документ на бумажном носителе. Но даже те люди, которые подписались на электронный платежный документ, могут от него также и отписаться. В этом случае оплачивать услуги ЖКХ придется опять по старинке. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.